Здравствуйте, меня зовут Юлия. Сегодня я покажу состав своей последней посылки с сайта iHerb.com. Что-то заказывала для себя, что-то для знакомых. Будут биодобавки, еда и различные другие продукты. Первое, что я заказала, это вот такая щетка массажная для тела от Earth Therapeutics. Очень долго я ее ждала, долго ее не было в наличии. У нее с одной стороны деревянные пальчики для массажа мышц, а с другой стороны щетина, которая подходит для сухого массажа тела перед душем. Очень хорошее соотношение жесткости и мягкости вот этой щетины, она не травмирует кожу, при этом есть хороший массажный эффект, отлично улучшает кровообращение в коже, отщелушивает кожу, поэтому с удовольствием буду ей пользоваться. Она стоит не очень дорого, $4.69. Очень рада, что ее заказала, она хорошо поместилась в мою большую посылку. Я последний заказ делала с помощью почтового сервиса Boxberry, там можно нагрузить свою посылку до 5 килограмм. Следующая моя покупка — это кислородный отбеливатель от Charlie Soap. Я заказывала перед этим другой бренд, там уже дозированные капсулки, ими, конечно, легче пользоваться, здесь обычный порошок, его нужно дозировать в столовых ложках, но тоже буду использовать его для улучшения отстирывания и для сохранения яркости вещей. Не буду говорить, что здесь более натуральный состав, более безвредный для окружающей среды, чем химические какие-то отбеливатели. Здесь большая упаковка, 1 килограмм 200 грамм, по стоимости $11.79. Кленовый сироп насыщенного вкуса, степень Б, просила заказать знакомая. Уже второй раз она его берет. Я сама еще кленовый сироп не пробовала, но обязательно когда-нибудь соберусь и попробую. Здесь по объему 473 миллилитра, по стоимости $12.76. Бренд называется Now Foods. Также для знакомой взяла подслащенные какао-бобы от Navitas Naturals. Здесь 113 грамм, они стоят $5.55. Я их пробовала, они мне очень понравились. Они подслащены тростниковым сиропом. Вот здесь в окошечке можете видеть, какого размера сами кусочки. Они очень сладкие, очень вкусные, отлично их можно есть просто так или добавлять в какие-то десерты, в мороженое, в кашу. Здесь рекомендуемая доза 1 столовая ложка. Много, конечно, их тоже есть не нужно, так как они достаточно калорийные. Но в качестве замены шоколаду очень даже неплохо. Также для знакомой заказала семена конопли. Конкретно этот бренд я не пробовала, но очень люблю конопляные семечки, я их использую при добавлении в зеленый салат или в кашу, они очень вкусные. Я думаю, тем, кто любит различные семечки и орешки, конопля должна понравиться. По объему здесь 227 грамм, по стоимости $9.86. Здесь большое содержание омега-3, омега-6, железа и также белка. Семечки тоже достаточно калорийные. Здесь рекомендуется употреблять по 30 грамм в день. Замечательный продукт, обязательно к нему вернусь. Какое-то время их нельзя было заказать в Россию почему-то, но сейчас они опять доступны для доставки, и с удовольствием буду их еще раз заказывать. Пасту Perio Bright тоже просила заказать знакомая. Она просила у меня какую-то более натуральную пасту. Я посмотрела, здесь написано, что эта паста полностью натуральная, с ароматом корицы и мяты. На момент покупки стоимость была по спецпредложению $2.99. Никаких подробностей пока рассказать не могу. Оставлю внизу ссылку, посмотрите отзывы, если вам интересно. Также для знакомой заказала биодобавку спирулина. Здесь 100 капсулок, она стоит $8.16. Я сама пробовала спирулину, но пробовала ее в таблеточках. Какого-то
замечательного яркого эффекта я не увидела, но знаю, что это продукт очень полезный. Вот и она тоже попросила у меня заказать эту спирулину. Также не для себя, а для мамы взяла вот такие два венотонизирующие средства. Первое – это крем для ног и биодобавка. В момент покупки на них было спецпредложение, они стоили по $9.95. Если вас, опять же, интересует эта категория продуктов, внизу оставлю ссылочки, почитайте отзывы. Я, к сожалению, никаких подробностей рассказать не смогу, так как заказываю не для себя. Мыло черное африканское от Nubian Heritage тоже, опять же, не для себя заказываю, для знакомой. Очень люблю это мыло. У меня в запасе есть еще один кусочек. Как только закончится, обязательно закажу еще. Мыло это стоит $3.47. И последнее, что сегодня покажу, это будет экстракт семян грейпфрута. Я заказала для себя и для знакомой вот такую биодобавку в таблетках. Здесь 100 таблеток, дозировка 125 мг. Этот бренд я беру первый раз. До этого брала другого производителя в капсулках и пропила несколько упаковок. Очень его рекомендуют именно в простудный сезон, когда организм ослабленный, как раз вот этот экстракт семян грейпфрута убивает всякую заразу в организме. И я планирую его пить как раз зимой и осенью. И также заказала вот такой спрей для носа от насморка, также с экстрактом семян грейпфрута. Здесь 29,5 мл, обычный спрей, но состав здесь очень натуральный. Кроме воды здесь содержится глицерин, экстракт семян грейпфрута и соль. При первых симптомах насморка буду пользоваться именно им, а не какими-то сильно химическими сосудосуживающими средствами. Надеюсь, что будет помогать мне в этом зимнем сезоне. Отзывы на эти продукты на сайте очень хорошие. Также оставлю внизу ссылочки. Если вам интересна данная категория продуктов, пожалуйста, посмотрите информацию внизу. На этом обзор моей посылки с сайта iHerb закончен. Надеюсь, что эта информация была для вас интересной и полезной. Большое спасибо за внимание. До свидания.